Thank you.
теперь наш космический корабль переносит нас из эпохи Баха в наше время. Прошло 300 лет, но эмоциональное состояние людей, которые жили в эпоху барокко, удивительным образом перекликается с настроением многих замечательных музыкантов, которые живут в наше время. И вот сейчас музыку такого прославленного композитора, пианиста Вячеслава Семенова вы услышите. Вячеслав Семенов профессор. Он преподает в Академии музыки имени Гнесина. Он сам великолепно играл. У него целый отряд выпускников. И, естественно, то, что он пишет для баяна, играет на конкурсах, и кто берется исполнять Вячеслава Семенова, тот считается уже попавшим в когорту сильнейших баянистов. Вячеслав Семенов как-то сидел и думал, что же мне такое написать для баяна, эдакое. И придумал. И пишу-ка я произведение, как когда-то Никола Паганини написал для скрипки «Каприз». Что такое каприз? И это самовыражение музыканта. То, как он видит свой инструмент, то, как он чувствует свое время. Про себя напишу, но не буду ничего публике говорить. Пусть сами подумают. Потому что каприз – это портрет современного баяниста. Его сердце клокочет, бьется в таком же темпе, как бьется сердце музыки Баха. Мы услышим токкату, какой-то бег. Мы услышим какую-то таинственную тему, которая встречается на пути. И снова все поглощено вот этим бегом, погоней, приключениями. Казалось бы, но это все в душе человека. Вячеслав Семенов, каприз номер один. Thank you.
После такой страшной музыки нам надо добавить солнышко и вернуться, я думаю, опять на 300 лет назад. Как? Найдем какую-то картинку солнечную. Вот предлагаю посмотреть вот на те фрукты. Они очень итальянские. И мы с вами сейчас перенесемся в Италию и познакомимся с Доминико Скарлатти. Между прочим, Доминико Скарлатти жил одно время с Бахом, но они ни разу не встретились. Бах жил в Германии, а Доминико Скарлатти жил в Италии. И в Германии было барокко, и в Италии было барокко. Потому что эти страны были разодраны на маленькие княжества, которые воевали друг с другом. И вот в этих двух странах, еще в Испании, тоже было барокко. Такой стиль в искусстве, когда очень много внутреннего смятения, внутренних переливов. Но посмотрите, какое вот это барокко сейчас представит перед нами произведение, которое исполнит Михаил Андреев. Доминико Скарлатти писал оперы, писал инструментальную музыку. И тогда не хватало репертуара, и то, что пел хор, называли кантата, а то, что играли инструменты, называли соната. Вот слово, которое мы употребляем, оно сначала просто означало сонату, пьеса для инструмента, а кантата – пьеса для хора. И вот соната «Синенор», которую написал Доминико Скарлатти, очень солнечная, радостная. Это, собственно говоря, портрет Италии, и вы услышите темы, которые, может быть, Скарлатти использовал в своих операх. Песни танцевальные. И баян сейчас зазвучит иначе. И вот когда Михаил сыграет эту пьесу, то я спрошу наших ребят, которые учатся в школе играть на баяне, как же это делается, что баян может менять свой звук. Но это, естественно, будет в конце, когда звучит музыка. Итак, Доминико Скарлатти, соната «Си минор». Thank you.
Рядом с Бахом и Скарлатти в чопорной Франции жил композитор Франсуа Куперен, который работал придворным органистом и придворным клавесинистом. Клавесин – это был предок нашего фортепиано, на котором звук извлекался с помощью щипка и быстро затухал. Поэтому клавесинисты, когда играли, они очень часто ускоряли темпы на этом инструменте, чтобы звук не успел окончательно прекратиться. И когда Куперен после своих луврских интерьеров выбирался на природу, то душа его пела. Он восхищался каждым животным, каждым растением, умилялся людям, работающим на полях. Поэтому свои пьесы давал простое название, называл «Курица», «Кукушка», «Жнецы». И это такие пьесы, в которых он придумывал музыку для нового инструмента клавесина, чтобы она была изящная, красивая, чтобы она радовала слух, чтобы она была воспринята во дворце. И несмотря на то, что он давал названия природные, все-таки эта музыка была чисто французская, придворная музыка в стиле французских клавесинистов. Итак, Франсуа Куперен, «Тростники».
Снова космический корабль совершает резкий оборот вокруг Земли, и мы попадаем в век 20-й. Попадаем в эпоху Союза Советских Социалистических Республик, когда все жили, не различая национальности, дружили. И особенно таким многонациональным городом славилась Одесса. Были кто-нибудь из вас в Одессе? В этом замечательном городе на берегу Черного моря. И есть в Одессе улица, которая называется Молдаванка. Живут там представители разных национальностей, украинцы и русские, болгары и евреи, молдаване и белорусы. Вместе они в горе и в радости, вместе провожают в последний путь и вместе веселятся от души, когда наступают праздничные дни. Виктор Власов, праздник на Молдаванке. Thank you.
Мы из Одессы вновь попадаем в Москву, опять в Российскую академию музыки, в кабинет профессора Вячеслава Семенова, который написал замечательное произведение по мотивам своей поездки в Испанию. Его поразило то, что в Испании есть народ, который вообще не разрешает себя называть словом испанцы, потому что они баски. Их страна называется страна басков. Они живут на границе Испании и Франции, свято чтут свои традиции. Это очень суровые, мужественные, свободолюбивые люди. И именно они выходят на арену цирка, чтобы сразиться с быком. Баски становятся тореадорами. И вот Вячеслав Семенов, увидев все это, узнав о культуре этого народа, написал замечательное произведение, которое назвал «Баскариада». В нем три пьесы. Первая называется «Коррида». И вы услышите в музыке вот этот праздник, когда все собираются на бой быков. И Вячеслав Семенов изобразил самого быка, который страшится выйти на эту битву, потому что чувствует, что близок его последний час. Так и происходит. В результате сражения люди закидывают его копьями, и бык испускает последний свой рык. Вторая часть называется «Напев басков». Это их грустные песни, которые передаются от поколения в поколение и повествуют о страданиях, которые выпали на долю этого народа. А третья часть – праздник, потому что настоящие мужественные люди умеют преодолевать страдания, и когда наступают дни, веселиться так, как это могут делать только настоящие баски. Вячеслав Семенов, «Баскариада».
Каждый именинник, каждый юбиляр всегда приглашает своих друзей. И вот первым поздравит Михаила с его прошедшим 30-летием его сотоварищ по Самарскому государственному педагогическому университету, лауреат международных и всероссийских конкурсов Юрий Салаев, который преподает в детской музыкальной школе номер 10 имени Ковалевского и ученики которого присутствуют в этом зале. А сыграет он совершенно символическую пьесу с названием «Ты одессит, Мишка». Была такая песня, которую исполнял Леонид Утесов, а теперь ее поет Гарик Сукачев. И там есть такие слова. «Если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. Ты одессит, Мишка». А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. С пожеланием бодрости духа я приглашаю Юрия Салаева, Андрей Бзов, ты одессит, Мишка. Thank you.
Thank you.